Придомовые территории нескольких домов улицы Тульской города Суворова преображаются. Дороги во дворах долго не знали ремонта и, наконец, ими занялись. Этот факт радует местных жителей, но в то же время они обеспокоены тем, что ремонт дорог им пришлось софинансировать. Такие поправки были внесены в программу модернизации и развития дорог района. Жителей обеспокоило то, что они узнали о том, что будут вносить свои средства только когда ремонт уже начался. Заранее как бы все-таки не было дано той информации о том, что жители должны добавлять свои средства на ремонт. Накануне эта проблема обсуждалась на собрании жителей, проводимом главой администрации Суворовского района Геннадием Сорокиным. Как удалось выяснить журналистам канала «Телетула», сотрудникам администрации при составлении документов была допущена ошибка. Жителей должны были предупредить посредством СМИ. Обсудив это, стороны пришли к мирному решению. Но здесь они не софинансируют чисто ремонт придомовых территорий. Они софинансируют благоустройство. И первоначально мы говорили о том, что собранные средства могут быть потрачены именно не на укладку асфальта или бордюра, а на благоустройство прилегающей территории. Сумма средств, которые должны заплатить жители, небольшая, всего 250 рублей с квартиры, но тем не менее инцидент неприятный. Разумеется, жителям ничего не оставалось, как смириться с необходимостью выплаты денег, ведь работы уже почти закончены. Будем надеяться, что у жителей действительно не осталось вопросов к администрации. Евгения Леднева, Тарас Якимов, Телетула.